Роман Борисович, первое, поздравляем вас с прошедшим днем рождения. Спасибо большое. Теперь же непосредственно к вопросам перед матчем. Очень много изменений в составе, так сразу, да, так все и не зафиксируешь. Но вот самое главное, Евгений Тимкин в первом звене, Андрей Кузьменко в третьем. Вот почему решили так переставить? Нам нужен бойцовский характер, нужно играть с огоньком. Решили, что так будет лучше. Третий период прошлого матча. 3 шайбы пропустили в формате 4-4. Все-таки это не в меньшинстве. Разбирали, почему так, как избежать ошибок. Нужно добавить в этом компоненте, держать удар и играть по нашей системе. У Фабио Капелло есть такое высказывание, что счет 2-0 лучше, чем 1-0. Точнее, наоборот, 1-0 лучше, чем 2-0, поскольку игроки расслабляются, да, чувствуя какое-то превосходство. Вы согласны с этим? Мы играем с сильным соперником, мы должны быть готовы к любому повороту событий, нужно уметь держать удар, нужно уметь добавлять, поэтому мы над этим поработали вчера, обсудили, потренировались и готовы побеждать. Спасибо большое за комментарий. Спасибо. Хорошего матча сегодня. Спасибо. Сергей Викторович, я вам задавал уже этот вопрос, но с того момента ничего особо не изменилось. У Михаила Григоренко по-прежнему один бросок в створ. В чем ему нужно добавлять? Все-таки в чемпионском сезоне он был лучшим бомбардиром. Я думаю, Миша это понимает, поэтому готовимся в штатном режиме. Я думаю, ему поострее надо играть шайбы, особенно в зоне атаки. ЦСКА достаточно много контролирует шайбу, да, ей владеет. Как по-вашему, вот вашим нападающим без шайбы сложнее приходится? Насколько сложнее? Ну, без шайбы всегда нелегко играть. Всегда ты опаздываешь минимум на полсекунды. Поэтому есть определенные схемы, которые мы стараемся тренировать в тренировках. И, надеюсь, они нам помогут в игре. Вы не боитесь импровизировать? Если нужно Гилмора в атаку поставить, вратаря в овертайме снимете, схему поменяете. Это заготовка такая, да? Или все-таки под соперник? Можно это сделать спонтанно. Ну, по этому поводу, наверное, это не импровизация, это больше необходимость. И Джан с этим справляется и приносит огромную пользу в этом сегменте. Поэтому мы иногда этим пользуемся. Спасибо большое за комментарий. Пожалуйста. Хорошего матча сегодня. Украсим ЦСКА арену в центральной лучшего клуба страны и начнем с финального шоу через 3, 2, 1.
Дорогие болельщики, матч финала конференции «Запад» между командами ЦСКА, город Москва, и СКА, город Санкт-Петербург, объявляется открытым. Государственный гимн Российской Федерации исполняет военный оркестр 147-й автомобильной базы Министерства обороны Российской Федерации под управлением военного дирижера капитана Владислава Валерьевича Мышеева.
Пришла пора уже все вместе поскандировать имя нашего любимого клуба.
Внимание! Команда СКА номер 62. 2 минуты, выброс шайбы.
Владислав Каменев с нами в эфире. Как, по-вашему, вошли в сегодняшнюю игру? Очень много шайбы контролируете. Да, сегодня лучше начали. Такая задача была поставлена тренерским штабом, чтобы лучше начать первый период. Поддержать там шайбу, потому что все равно они, у них одни и те же защитники выходят, и нужно их нагружать. Почему, по-вашему, пока не очень работает, не помогает большинство в этой серии? Вот шанс был в сегодняшней игре в том числе. Ну, у нас и в тех сериях не особо хорошо было. Но ничего страшного. Я думаю, еще успеем забить. Во вторых периодах в этой серии, опять же, традиционно пропускаете. Вот какое здесь противодействие на сегодняшний матч? Противодействие сыграть, наверное, еще проще. Выходить через подставление из своей зоны, во-первых, очередь. Выводить шайбу нужно. И там уже дальше побольше также в их зоне держать. Спасибо большое за комментарий. Хорошей встречи сегодня. Thank you.
Перерыв, а значит, серия вопросов и серия ответов, тот самый близ, в котором мы находимся эрудированно касательно статистики болельщиков. Сегодня принимают участие Оля и Александр, Саша далеко, дабы не слышать правильные ответы, а я уверен, их будет много, а Оля рядом со мной. Оля, здравствуйте. Привет. Да, можно микрофон чуть-чуть поближе, для того, чтобы было слышно. Вы в него вцепились, словно в клюшку двумя руками. Не переживайте, все свои, уверен, все получится, и ну, будем ждать от вас каких-либо ответов. Ну, конечно, правильные, неправильные, но из тех, кто даст большее количество, как один из атрибутов подарков, это бейсболка с автографом Сергея Викторовича Федорова. Да, ну и мы сначала, пожалуй, начнем. Оля, еще вот, да, скажите, ЦСКА всегда будет первым, чтобы вы голос проверили? ЦСКА всегда будет первым. Отлично, все. Сколько шайб в трех предыдущих матчах финала забросил Александр Попов? Три. Правильно. Сколько лет Александру Попову? 41. Правильно. Кто в предыдущем матче забросил пятую шайбу ворота СКА? Антон Слепышев. Правильно. Под каким номером играет Антон Слепышев, капитан ЦСКА? Девятый. Правильно. Кому кроме СКА наши хоккеисты забрасывали больше пяти шайб в одном матче плей-офф? Динамо. Правильно. Какого числа состоялся первый матч плей-офф? 1 марта. Правильно. Под каким номером играет Иван Федотов? 28. Правильно. Для Никиты Нестерова предыдущий матч был юбилейным. А сколько он провел в континентальной хоккейной лиге? 300. Правильно. И заключительный. У кого из наших игроков первая и вторая цифра игрового номера одинаковые? Александр Попов. Правильно. 22. Еще. Но, Сергей. Андронов, 11. Правильно. Все, стоп. Богдан Красилевич, 55. А еще? Даран Дин, 44. Да. Аплодисменты. Мне кажется, Оля отлично справилась. Какие 10 баллов она набрала, Оля. Вы так переживали. Но это того не стоило. Посмотрим, как справится Александр. Александр, идите к нам. Эстафетной палочкой приходит к микрофону. Ольга, мы с вами ненадолго прощаемся. Саш, ну, обрати внимание, Ольга набрала 11 баллов. Непростое испытание выпало тебе, но попробуй. Попробую. Отлично. Саш, как настроение? Отлично. Все, голос звучит, микрофон далеко не убирай. Даем обратный отсчет. 3, 2, 1, начали. Сколько шайб в трех предыдущих матчах забросил Александр Попов? 3. Правильно. Сколько лет Александру Попову? 41. 41, правильно. Кто в предыдущем матче забросил пятую шайбу? Дальше. Хорошо. Под каким номером играет Антон Слепышев? 9. Правильно. Кому, кроме СКА, наши хоккеисты забрасывали больше пяти шайб в одном матче? Плей-офф. Динамо. Правильно, правильно. Какого числа состоялся первый матч плей-офф? Дальше. Хорошо, дальше. Это было 1 марта. Под каким номером играет Иван Федотов? 28. Никита Нестеров предыдущий матч провел, он был для него юбилейным. Сколько в КХЛ? У него матчи в КХЛ. Никита Нестеров. 300. Правильно. У кого из наших игроков первые и вторые цифры игрового номера одинаковые? Ну хорошо, ладно. Аплодисменты Александру. Аккуратнее. Ну что, мы говорили о том, что непростое испытание, но Ольга справилась. В общем, когда вопрос задают, практически невозможно сориентироваться на это. Сергей Андронов, это Даран Дин, Богдан Киселевич и Александр Попов. Саш, тебе достается вот этот вот подарок. И программка, она твоя. Но и здесь шар и кемка. Оля, бегите к нам, у нас осталось буквально несколько секунд. Это
все ваше. И аплодисменты тоже адресованы вам. Браво, Ольга, это было великолепно. Ну, а мы ждем появления команды уже во втором периоде. И будем громкими для того, чтобы ЦСКА всегда был первым. Букмекерская компания «Фонбет» – партнер чемпионата континентальной хоккейной лиги. «Фонбет» – это огромный тур спортивных событий. Высокие коэффициенты, моментальные выплаты и удобное мобильное приложение. Присоединяйтесь к нашему клубу победителей. «Фонбет.ру» – ставка на победу. Стать одним целым с СНГИ. Стать одним целым с народом. В мегафоне круглый месяц бесплатно, потому что вы еще не стали простым салоном. Смотрите, мы требуем месяц бесплатно, месяц ваш. И никаких приплат. Справедливо. Переходите к нам. Попробуй тарифы без приплат. Месяц бесплатно. Мегафон. Роснефть с 2011 года финансирует хоккейный клуб ЦСКА, способствуя развитию и популяризации хоккея в стране. Жизнь – это командная игра. Собери свою команду здоровья с удобными онлайн-сервисами. Полис Доктор Лайк. Медицинское страхование от 400 рублей в месяц. Лайк для его здоровья. Доктор Лайк. Поколение, которое
внимание! Команда ЦСКА номер 22. 2 минуты, подножка. Армейцы Москвы, выступим дополнительным игроком. Все вместе! ЦСКА! 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 Просто довожу, спрашивают, рекомендации какие-то дают, что-то просят, как бы, ну, подружка. Thank you.
Thank you.
Thank you.
внимание! Команда СК номер 74, 2 минуты, задержка клюшки соперника. Игорь Ажиганов, мой собеседник. Наконец, уже забросили больше двух шаек. Прям как прорвало, что удалось во втором. Ну, залетело, скажем так, да. И самое главное, что мы не сломались после прошлой игры, что нас ничего не смутило. Мы вышли, делали свое дело, и судьба нас вознаградила. В отсутствие Лехтонина как распределилась нагрузка на защитников? Насколько сложнее, может быть, стало сегодня? Да нет, каждый выходит и отдает все, что может, как бы... Мне сложнее, не легче не стало. Вы упомянули прошлый матч, да, вот используя этот опыт сейчас перед третьим периодом, как важно настроиться, какие ошибки учесть? Ну, на одну игру мы стали опытнее, поэтому я думаю, что выводы и ошибки мы исправим. Спасибо большое за комментарий, хорошего матча.
Ну что, здорово, что на каждом поединке появляются профессиональные спортсмены, которые представляют армейскую семью. Если в предыдущий раз мы общались с регбистами, то теперь мы поговорим с футболистом и с баскетболистом. Ваши аплодисменты рядом со мной. Спорта.
засуещайтесь. Да, я вот... Мол, это финал, вы сейчас можете выиграть подарки от хоккейного клуба ЦСКА, поэтому торопиться нет смысла, но все же вы уже должны приходить. Маргарита, Иван, ваш ответ. Два варианта. Можно 50-50. Уберите два неверных ответа нам. Круглый или квадратный? Ну тут нужно подумать. Но круглый. Круглый. Она была все-таки квадратная. Но ничего страшного, аплодисменты нашим гостям. Ну и, конечно же, подарки от хоккейного клуба ЦСКА. Иван, Маргарита, спасибо, что пришли на этот поединок. Вам аплодисменты от всех московских кормильцев. Ну и, конечно же, мы ждем вас на следующих матчах. Они наверняка состоятся. Все, ждем команду. Третий период не за горами. Продолжаем поддерживать наших ребят. Букмекерская компания «Фонбет» – партнер чемпионата континентальной хоккейной лиги. «Фонбет» – это огромный выбор спортивных событий. Высокие коэффициенты, моментальные выплаты и удобное мобильное приложение. Присоединяйтесь к нашему клубу победителей. «Фонбет.ру» – ставка на победу. Первый. Или 2001 раз. Отдыхаем. Или на пределе. Служебная компания или серии свои. Смотрите матчи ЖХЛ на любом устройстве в приложении «Вик» от Ростелеком. Игра там, где ты. Ростелеком. Не готовь к руку месяц бесплатно, потому что ты еще не стоят. Простой сажат. Зыри, мы требуем месяц бесплатно, месяц ваш. И никаких предлогов. «Роснефть» с 2011 года финансирует хоккейный клуб ЦСКА, способствуя развитию и популяризации хоккея в стране. Жизнь – это командная игра. Собери свою команду здоровья с удобными онлайн-сервисами. Полис Доктор Лайк. Медицинское страхование 400 рублей в месяц. Лайк твоему здоровью. Доктор Лайк. Давай.
спокойно, ребят, все спокойно. Так. Thank you.
Thank you.
Let's go.
Come on, come on, come on, come on.
Очень важный момент. Не забегаем, а только становимся громче. ЦСКА! 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 Thank you.
Давай, давай, давай!
Роман Ротенберг подводит итоги сегодняшнего матча. Все-таки перестановки в звеньях позволили сегодня улучшить реализацию. Ну, проявили бойцовский характер, то, о чем договаривались. Ребята молодцы, все выполнили. Понятно, что мы можем еще лучше играть, мы можем забивать больше голов. Будем над этим работать, будем готовы к следующей игре, все только начинается. Сознательно сегодня отдали шайбу сопернику, поскольку там колоссальное владение было у ЦСКА? Ну, вы знаете, всегда есть такие фишки разные, да, вернули шайбу, так все команды делают, и мы так тоже делаем. Все-таки в чем секрет игры СКА во вторых периодах, поскольку вы уже длительное время на вторые периоды выигрываете? Хорошие тренировки, ребята работают, все работаем, тренируемся хорошо, вот это и есть результат нашей работы. Спасибо большое за комментарий, с победой. Спасибо большое.
Thank you.